құлық мінездің түрі, жоқсо қайсыл ең негізгі құлық мінездің түрі ислам дінінің негізгісі, негізі деп саналады. А? Наилучший нрав. Ошол наилучший нравтың қайсынысы ислам дініне негізгі құлқы мінез деп саналады. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді да. Тақуа. Тақуачылық емес, аны айтқан жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. О каком нраве? Говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркивая, что это нравственное качество, самое главное нравственное качество ислама, религии. А? Жумшақтық? Жоқ. Адеп ахлақ. Шо адеп ахлақтың қайсынысы ең негізгісі, мінездің қайсынысы ислам дінінің мінезі деп аталады да. А? Имандылық, толерантность. Не гневаться. Благой нрав. У каждой религии есть нрав. Из этих благих нравов в религии, один из этих нравов считается самым главным нравом религии ислам. Молчание? Молчание, нет. Скромность. Скромность, да? А? Вот он скромность сказал. Как думаете, скромность может быть самым главным нравственным качеством ислама для мусульман? Ходить скромным? Стеснительность. Вот скромность, стеснительность. Пусть синонимом, правильно? Синоним же это. Вот это самое главное, баракаллах. Правильно, кто сказал? Себе Аллах разбосан. Ингтура. Ушел скромность, стыдливость считается самым главным нравственным качеством ислама, самым главным нравом ислама. Представляете? Представляете? То есть самое главное, что должно быть у мусульманина, это стыдливость, скромность. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Аль-хая валь-иману курана джамиан». Вера в Аллаха Всевышнего и скромность или стыдливость, они как одно целое, как плюс и минус. Если плюс есть, минуса нету, не будет эффекта нормального. Если минус есть, плюса нету, тоже не будет эффекта. Когда есть плюс, ноль, и фаза тен, свет горит нормально, оборудование все работает. Правильно? Правильно я говорю, электрики? Есть электрики среди нас? Правильно же? Если фаза есть, если минуса нету, то не работает же. Если минус есть, фазы нету, ноль есть, фазы нету, тоже не работает. И вот о скромности, стыдливости сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что они Курана, они как одно целое. Если пропадает одно из них, то второе автоматом пропадает. Если пропадает стыдливость, пропадает вера. Есть, нету веры, нету стыдливости. Неверующий, у него нету совести. У него есть показуха, он себя как-то этот, у него нету совести. Он может любой какой-то грех совершить и не стыдиться. Верующий, если у него вера слабая, у него тоже может отсутствовать стыдливость. На сколько процентов есть у него стыдливости, на столько процентов у него получается вера. Если стыдливость у него максимальная, скромность максимальная, то и вера у него стопроцентная. Вера в Аллаха Всевышнего, вера в следующую жизнь. Он стремится, раз верит, он стремится к джаннату. Раз верит в Аллаха Всевышнего, он стремится, чтобы Аллах был им доволен. И соответственно, у него есть скромность и стыдливость. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сам был очень скромным, очень стыдливым. О нем говорится, он так иногда стыдился, что сразу на его лице было видно, что ему сейчас неловко, ему сейчас неудобно. Он говорится, как маленькая девочка стыдится, глаза свои отпускает, краснеет, скажем, да? У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нрав был такой, очень-очень мягкий, очень добрый, очень скромный и очень стыдливый был он. И это для нас пример, конечно.
И ученые наши, они разделяют стыдливость на несколько видов, или же скромность на несколько видов. Скажем, стыдливость. Чего можно стыдиться, чего нужно стыдиться, какие виды стыдливости мы можем перечислить вместе с вами. Уялғанда, алымдарыз уяттулықты төртке бөлеткен, да? Төрт жерде, жолсы төрт түрді уяттулық бар, дед. Жолсы төрт нерседен уялыш керек деген. Сейчас, что четырех видов стыдливости есть. Или же, а? Нет, кого стыдиться? И вот ученые разделили, что четыре есть группы стыдливости. Стыдиться того-то, стыдиться этого, стыдиться этого. Вот первый вид стыдливости — это стыдиться Аллаха Всевышнего, Создателя нашего. Сейчас, первый вот, это первый вид. Первый вид — это стыдиться Аллаха Всевышнего. Об этом нам нужно. То есть это иншаллах, это четыре вида стыдливости. Сейчас, иншаллах, коротко, чтобы мы хорошенько поняли и стыдились. Были стыдливыми, чтобы скромность была, совесть была, совесть, стыдливость. Первый вид — это стыдиться Аллаха Всевышнего. Аллахтан уялуйкен, да, биринчиси? Стыдиться Аллаха Всевышнего. Стыдиться Аллаха Всевышнего. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит своим сподвижникам: «Истахью мин Аллахи хаккаль хая, истахью мин Аллах». Он сказал своим сподвижникам: «Стыдитесь Аллаха, стыдитесь Аллаха». Если сейчас нам скажут: «Аллах там уялбайсан бы, постыдись Аллаха», он может сказать: «Я и так стыдюсь, уялвали джатам я уялам». Девайте, да? Правильно, он может сказать: да, я и так стыдюсь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижникам разъясняет: настоящая стыдливость перед Аллахом Всевышним, стыдиться Аллаха, иметь совесть перед Аллахом Всевышним, Аллахтан чыныгы уялу был. Кандай болот десе, шу башты сакто дейт. Курсак, көкірек курсакты сакто дейт. Ахиретте өлімді есту, қиыншылықтарды естеп жүру. Жана ким ахиретте қалаған болса, бұл дүниені жүрекке кіргізбейді. Ким ошондай қылған болса, ошол чыныға Аллахтан уялған болады, дейді. Стыдиться Аллаха Всевышнего – это беречь свою голову полностью. В голове наши мысли, глаза, уши, язык. Беречь живот или грудь, сердце, желудок, чтобы пища чистая была, половые органы. И вспоминать смерть. Стыдиться Аллаха, включая себя, вспоминать смерть. Если ты смерть не вспоминаешь, у тебя перед Аллахом Всевышним стыдливость неполноценная. То есть ты должен вспоминать то, что Он для тебя создал. Вспоминать смерть. И кто желает ахират, кто желает следующую жизнь, тот вытаскивает из сердца любовь к этому миру. Не запускает мирское сердце, не влюбляется в мирское. Кто любит ахират, кто желает ахират, тот не впускает мирское в сердце, в руках. Он использует налево, направо, куда надо, чтобы добиться довольства Аллаха, чтобы обустроить, делать хорошо, но не в сердце. Если он расходует из средств, деньги, не как будто у него из сердца что-то вырывает, а из кармана все. И кто сделает так, кто будет так относиться, то он по-настоящему стыдится Аллаха, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Получается, стыдиться Аллаха — это означает, что беречь свою голову в первую очередь. Если мы сейчас скажем: я стыдюсь Аллаха, у меня есть совесть перед Аллахом Всевышним, это означает, что мысли наши должны быть чистыми. Перед Рамаданом давайте еще научимся иметь совесть перед Аллахом Всевышним, стыдиться Аллаха Всевышнего и заходить в Рамадан красивыми, чистыми, чтобы максимум еще получить пользу от Рамадана. Это сезон, это самый дорогой гость. Гостя нужно ждать со скучанием, с любовью, потому что он дорогой гость, он оставит миллиарды, миллиарды, миллионы оставит нам блага. Если был бы такой гость, который придет к вам через месяц, он придет к вам и оставит вам миллион долларов. Как вы будете его ждать? А?
Солчим, стоя будете ждать? Каждый день будете стоя ждать его. Оставите работу на месяц, отпуск возьмете. Короче, чтобы его встретить красиво, чтобы он оставил и проводить его красиво. Приближается гость, Рамадан, месяц Рамадан. Там безграничные награды, безграничные миллиарды там, блага. Просто человек не видит это. Это сокрыто от него. Потому что это мир, мир испытания. Не видя, мы делаем. Не видя, мы верим. Мы верим, что есть награды. Аджир. Есть? Верим же в это, что есть награды? Верим. Мы должны в эти награды верить так же, как мы вот видим деньги. Верим, что вот деньги. Вот так же верить, что награда есть. Не сомневаться. Это настоящая вера, полноценная вера. وَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Аллах Всевышний хвалит верующих, которые преуспеют, счастливчиков, говорит وَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Они на 100% уверены в следующей жизни, что она есть. Они уверены в Аллахе. Вот первое, стыдливость, комплектующая составная часть стыдливости, это беречь свою голову. И что в ней? Язык беречь. Если мы имеем совесть перед Аллахом Всевышним, стыдимся Аллаха Всевышнего, беречь нужно язык свой. Аллах дал язык не для того, чтобы кого-то оскорблять, кого-то обманывать, кого-то унижать, кого-то обзывать, материть и тому подобное. Не чтобы грешить этим языком. А язык дал для того, чтобы мы благо, которое нам нужно, добро, свои нужды решали языком, восхваляли Аллаха Всевышнего, говорили хорошее, правду, говорили, что нету Бога, кроме Аллаха, заявляли, благодарили Аллаха Всевышнего, чтобы хорошее дело, язык для того, чтобы хорошее делали. Уши Аллах Всевышний дал для чего? Для того, чтобы свои проблемы решать, чтобы мы слышали. Слышали Коран, слышали азан, слышали хорошие слова. Не для того, чтобы подслушивать. Запрещается подслушивать, что там мой сосед говорит за спиной или за стеной, то есть. Что там у них во дворе подслушивать? Запрещается. Аллах Всевышний в Коране говорит, «Валя таджассесу, не шпионьте». Если стыдишься Аллаха Всевышнего, то не шпионь. Подслушивать нельзя. Также получается телефон. Шпионить нельзя. Подсматривать, что там у него, посмотреть, что же, с кем он общается, что у него там. Глаза свои беречь. Если мы стыдимся Аллаха, то глаза нужно беречь. Аллах глаза дал для того, чтобы мы снова проблемы свои решали, чтобы могли получить, что принесет нам пользу. Не для того, чтобы грешить, смотреть на запретное. Запрещается. Не смотри на запретное. Не смотри в чужой двор. Не смотри на чужих жен. Не шпионь. На хорошее смотри, смотри вот на природу, смотри на себя, Аллах Всевышний говорит, на себя посмотри, какой ты в творении, супер, мощный. Это говорит о том, что у тебя создатель мощный, ты не управляешь, у тебя все тело работает, автоматически все работает, ты вообще не управляешь, нигде ничего не делаешь, ты просто закидываешь, заправляешься, заправку делаешь, и она, альхамдулиллах, работает. Если будешь заправляться, есть плохое, вредное, то она у тебя будет барахлить, отказывать, датчики будут отказывать и тому подобное. Беречь голову, получается, это первое, что говорит о том, что у тебя есть стыдливость перед Аллахом Всевышним. Беречь желудок и все, что вокруг. То есть это половые органы беречь. То, что мы едим, чтобы было халялем чистым, если мы стыдимся Аллаха Всевышнего. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, стыдитесь Аллаха. Значит, есть нужно халяль чистое, хорошее. Потом вспоминать ахират нужно. Ахират почаще нужно вспоминать. Каждый день вспоминать. Альхамдулля, мы в намазе совершаем намаз. Каждый раз вспоминаем ахират. Альхамдулля. И вне намаза тоже нужно вспоминать ахират. Вне намаза вспоминаешь ахират и бежишь к намазу. Спешишь к намазу. Спешишь делать хорошее. Спешишь довольство родителей заработать. Спешишь долги отдать. Спешишь обязательства свои выполнить. Спешишь слово свое выполнить, если кому-то слово дал. И хорошее спешишь делать. Если кто-то любит ахират, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то тарака зинат ад-дунья. Он оставляет роскошь этого мира. Ким ахиретті сүйсе, бұл дүйненің рахаттарын ашықша жырғалдықтарды таштайды, дейді. Кто любит ахират, тот оставляет
роскоши этого мира. Первостепенная нужда, это нам нужно необходимо, а лишняя роскошь, это не нужно. Если человек любит ахират, если он себе много позволяет роскоши, мало любви у него получается к ахирату. Человек может сказать, это халяль, все это можно. Да, можно. Но можно же этим же халялем не шиковать жить, а поделиться. У кого-то вообще ничего нету. Ты в кафе заходишь, 1000 сомов оставляешь там. Это шикарно ты живешь, на широкую ногу живешь. На себя одного столько у тебя уходит. А кто-то одну лепешку не может заработать. Болеет, старый, нету кто поможет, нету кто будет обеспечивать. О них лучше подумать, это будет выгоднее. И это будет любовь к ахирату, любовь к следующей жизни. Первое, это стыдиться Аллаха Всевышнего. Второе, кого стыдиться? Как брат сказал, родители сказали, в общем, людей. Стыдиться людей. Адамдардан дабуялочке. Это тоже в нашей религии, стыдиться людей. Кто не стыдится людей? Снова у него иман слабый, или же нету имана. Кто не стыдится людей, либо нету имана у него, либо иман слабый, если он верующий мусульманин. Стыдиться людей тоже нужно. Одни из ученых говорят, если у тебя есть рядом друг такой, человек, из-за которого ты стыдишься какой-то грех совершить, то вот этого пользы от своего друга, только этой пользы для тебя достаточно. Караза? Янда досун, ошел досундан, алган пайдан, билеле пайда болса дейді, анын жанында сен күнө жасаласаң дейді, ошел пайда жетишти сага дейді. Если у тебя друг, и польза, которая от него для тебя, это то, что ты рядом с ним не грешишь, а наоборот совершаешь поклонение. Он тебе помогает поклоняться Аллаху Всевышнему, напоминает об Аллахе, забыл, напомнил, вспомнил об Аллахе, он тебе помогает, поддерживает тебя. И перед ним ты стыдишься грешить. Это хороший друг. И ты тоже хороший, когда ты стыдишься перед людьми грешить. А если перед людьми не стыдишься грешить, то либо нету имана, либо слишком слабый иман. И это плохо. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна мимма адрака ан-насу мин калами ан-нубуввати ал-уля, ин лам тастахи фасна' ма шиита». Из слов еще давних-давних, прежних пророков на устах у людей, то есть это миллионы лет идет на устах у людей, пророки всегда это говорили, посланники Создателя всегда это говорили, на устах у людей всегда это было. Если нет совести, делай, что хочешь. Если не стыдишься, делай, что хочешь. Это от пророков всегда шло. Уялбасан калаганын жаса. Анан көрөсүн. Жазаңды көрөсүн, да? Если не стыдишься, делай, что хочешь. Потом получишь. По полной получишь наказание. Суровое наказание будет. Постыдись, постыдись. Людей тоже стыдиться нужно. Некоторые такие смелые, что около людей даже не стыдятся. И позволяют себе все, что ему придет в голову. Это плохо. Второй вид стыда – это стыдиться людей. Родители, друзья, знакомые и все люди. Стыдиться людей тоже. Субординацию сохранять. Третий – кого стыдиться нужно? Кого третий стыдиться нужно? Учучи, а? Стыдиться себя. Представляете, себя тоже надо стыдиться. Самого себя нужно стыдиться тоже. А? Апам мен атаң ул адамдардын катарына кирет да. Ошо адамдардан уялууга атайына кирип кетет да. Уялыш керек алардан дагы, албетте. А вот өзүңдөн уял деген сөз бар экен да. Биздин динибизде караңдар. Себя тоже стыдись. Стыдись перед собой, что ты толкаешь себя на грех, на погибель. Несчастно сейчас будешь. Постыдись перед собой. Может быть, такой смысл можно дать себе. Четвертое. Кого еще нужно стыдиться? А? А? Ангела. Ангела, правильно. Четвертый вид стыда – это стыдиться ангелов. Аллах Всевышний в Коране говорит… وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
Воистину над вами поставлены ангелы, как хранители. Кироман Катибин – это великодушные, почетные писари, ангелы наставлены над нами. Каждому из нас представлены ангелы. Ар бирибизге периштелер байланган кироман катибин. Алар жазып турат. Они записывают все, что мы делаем. Сейчас у каждого из нас два ангела есть. А каждому из нас представлены, привязаны, завязаны по два ангела. Один записывает наши хорошие дела, другой записывает наши грехи. Я'лямуна ма таф'алун. Аллах Всевышний говорит: Я'лямуна ма таф'алун. Эти ангелы, они знают, что вы делаете. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит: ангелы, они страдают и получают неудобства, чувствуют неудобства и неприязнь также и от того же, от чего страдают или получают неудобства люди. Адамдар неден жиркенсе, же болсо эмнеге неден кыйналса, периштелерден ушундай эле жиркенип кыйналат дейт да. Если человеку неприятно рядом стоять с вами, когда вы курите, если человеку неприятно стоять, когда вы грешите, представляете, приятно будет вашему другу стоять около вас, когда вы грех какой-то совершаете? Неприятно. Ангелам тоже неприятно. Я'лямуна ма таф'алюн. Эти ангелы, они знают, что вы делаете. Ваши намерения не знают, намерения не знают. Но они знают, что вы делаете. Когда человек грешит, он под наблюдением Аллаха Всевышнего, Аллах его видит. Создатель. Ангелы его видят. Представляете, когда человек грешит? Вот стыдиться нужно ангелов тоже, которые записывают, которые не записывают грехи сразу. Аллах Всевышний сделал так, это милость Аллаха Всевышний дает человеку отсрочку. Если покаяться, раскаяться, откажется от этого греха, ангел не записывает. А наоборот, тут ангел уже другой записывает. Он совершил ибадат, поклонение, доброе дело сделал. Грех сразу не записывается, это милость Аллаха Всевышнего, представляете? А сколько у нас греховных мыслей проходит в голове? И каждый раз, когда человек говорит: астагфируллах, Аллах, астагфируллах, прости меня, и отказывается от этого, не делает это, получает награды. Ангел записывает, он отказался от плохой мысли, салам сделал, записывает, как будто он доброе дело сделал, он ничего не сделал. У него мысль просто пришла дурная, я ему сейчас покажу. А потом покаялся, сказал: все, я оставляю, прощаю, на Аллах оставляю, пусть награда Аллах мне даст. Сдержал свой гнев, проглотил свой гнев и оставил на Аллаха. Аллах ему записывает, то есть ангелы записывают ему как доброе дело. Уже четвертое, последнее, это стыдиться ангелов. Ангелы, они почетные творения Аллаха Всевышнего, которые как свидетели тоже участвуют. И вот представьте теперь, когда вы сами наедине дома, сами наедине где-то не в людном месте, или сами наедине, где вас не знают, рядом с вами ангелы, которого знают, рядом с вами ангелы, которые «Я'лямуна ма таф'алюн», они знают, что вы делаете. Вот эти чувства стыдливости, если себе пробудить, то, иншаллах, мы по-настоящему будем стыдиться Аллаха Всевышнего. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что самое главное нравственное качество ислама – это стыдливость. У кого нету стыда, у него нету имана. У кого нету совести, у него нету имана, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Стыдливость, совесть – это один из ветвей веры. Значит, вера есть у него. Пусть Аллах Всевышний даст нам скромность, стыдливость. Пусть Аллах Всевышний сохранит нас от непристойного, от греховного. Аллахумма амин. Ва салли ляхума ля Мухаммадин, ва аля алихи, ва асхаби хаджмайин, ва ахиру дауана. Альхамду ляхи раббил аламин. Жақындап келеткен Рамазанға біз сөзсіз дәрдіңізді көрішіміз керек. Мұрда пайғамбарымыздың сахабалары, пайғамбарымыздың өзі сағынышменен күтші бұл Рамазанды. Кейбір сахабалар, ғалымдар дуа қылчу,
шу Рамазанға жеткер деп Аллахтан сұрайды әлі, жарым жыл қалғанда сұрап башташат әлі, кейбірлер екі ай мұрын дуалып сұрап башташат әлі. Азыр иншалла шу Рамазанға екі жұмадан біраз бөрі қалды, екі жұманы оқыңыз, иншалла аннан кейін Рамазанға келіп кетеріз. Аллахым барызға шу Рамазанға аман есен келіп жетіп толығыменен соғып тұрды. Алуға Аллахым жеңілдігін берсін, тауфиқ қолдасын көрсетсін. Аллахым амин. Ана бұл Рамазанды өте қымбат қонақ деп біз көрішуіз керек. Месяц Рамадан нужно воспринимать как дорогого гостя. Егер шу қонақ бір қонақ келіп тұрып, сізге миллиондаған ақшаларды қалтырып кетсе, ажылыққа путевка алып берсе, ес алып келгенге пучевкаларды беріп таштай тұрған болса, чоң бірсіге үйді салып тұрып, чоң машинелерді берсе, мал дүйіні да қалтырып кете тұрған бір қонақ сізге келеткен болса, аңыз қантып күті оласыз. Представьте, гостя, который придет к вам, оставит вам миллионы, продлит вам еще жизнь почти на 100 лет, пусть, скажем, даст вам путевку на хадж, отдохнуть еще куда-нибудь съездить, дом, машину, богатство оставляет. Если будет такой гость к вам, он приближается, он идет, то есть через месяц, скажем, сейчас у нас примерно через 2 недели, если вот через 2 недели приходит к вам домой вот такой гость, который оставит вот это вам все, как вы будете его ждать? И как вы будете готовиться? Месяц Рамадан – это реально вот такой гость. За счет месяца Рамадан как будто у нас жизнь, она увеличивается плюс еще на 84 года. Месяц Рамадан, если мы, альхамдулилля, иншаллах, доживем, проживем, то как будто 84 года еще прожили. Плюс миллионы-миллионы наград в Рамадане. Плюс билет получаем в джаннат. Плюс гарантию получаем, что в ад не попадешь. Освобождается полностью человек от ада. Никогда больше не будет вергнут в ад. Плюс он получает гарантию, что Аллах дальше его сохранит от грехов. Как к этому месяцу готовиться? Гость вот такой приближается. Как к нему готовиться? Ждать его сильно. Захотеть, хотеть дожить до этого месяца Рамадан. Потому что если не дожил до Рамадана, вот эти бонусы, они не твои. Доживаешь до Рамадана, вот эти бонусы, инша Аллах, с помощью Аллаха ты получаешь. Представляете? История двух сподвижников, которых один из... Другой сподвижник видит их во сне. Один умирает при битве шахидом, другой умирает через год простой смертью. Во сне снится, что тот, который умер простой смертью, не шахид, он не авторитетной смертью умер, а простой смертью. Во сне он как будто раньше в рай заходит. Уровень у него выше, чем у мученика, у шахида, который на поле боя, сражаясь на пути Аллаха, умирает. Приходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спрашивает: «О посланник Аллах, я видел, что вот кто умер простой смертью, он раньше заходит в джаннат, у него лучше положение». Он говорит: «А разве он не прожил еще один Рамадан, не совершал пост, не держал пост, не совершал еще намазы?» Объясняется человеку, что если человек проживает еще один Рамадан, жизнь у него продлевается, и он поклоняется эти годы свои, эти часы, каждую секунду, это в плюс для верующего. Поэтому сначала должны ждать сильно, просить у Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах всех нас довел до Рамадана и дал нам еще много таких Рамаданов прожить в поклонении достойно. Аллаху амин. Пусть Аллах Всевышний простит нас, наших родителей, пусть Аллах Всевышний доведет всех нас, наших близких, до этого месяца Рамадан. И к подготовке к этому месяцу Рамадан относится, чтобы мы душой готовились, ждали, делами своими готовились, ждали. Делами это сейчас нужно каяться. Посмотрите, может быть, накопились какие-то грехи, может быть, у кого-то какие-то грехи появились. Покайтесь, оставьте, тауба сделайте. Сейчас в намазе попросите у Аллаха Всевышнего прощения, сколько можно еще тянуть и оставлять на завтра, на потом, на следующий год. Не доживают люди до завтра, не доживают до следующего месяца. Планы были, но
не суждено ему быть здесь на земле, он будет уже под землей завтра. Вот сегодня нужно сейчас в намазе покаяться, раскаяться. Алям яалям би анна Аллаха яра. Аллах Всевышний говорит, разве не знаешь, что Аллах видит его? Везде Аллах нас видит, всегда Аллах нас видит. И сколько можно показывать, что ты упорствуешь в своем грехе? Не хочешь упорно оставлять свой грех. Держишься за этот грех. Как будто без этого греха ты не выживешь. Тебе будет плохо. Не будет плохо. Без греха будет лучше. Некоторые сигареты не могут бросить. Тяжело и тому подобное. Есть люди такие, есть примеры такие. 50-60 лет курили, в один миг бросают. Вот дело вот здесь. Вот здесь. У тебя на кону джаннат стоит. Просторы которого больше, чем небеса и земли. Ради джанната вот эту грязь. Не хочешь бросить? Что там вообще? Это твой друг тебе готовит? Или родители готовят, любя тебе этот готовят продукт? Нет, не друг он твой, который тебе этот продукт готовит. Не друг, который сделал это все. Покайтесь, попросите Аллаха Всевышнего прощения. Маленькие грехи или мелкие грехи, как ученые называют, которые не тяжкие, они прощаются за счет намаза. Ударился, заболел, кто-то нервы тебе поднял. Они прощаются за счет того, что ты терпишь это. А тяжкие грехи нужно оставлять, не делать. Пока не оставишь, пока не раскаешься, не примешь решение, больше не буду делать, эти грехи, они остаются, в могилу уходят с тобой. Потом еще придется там получать наказание, не дай Аллах. Следующее, что относится к подготовке к Рамадану, это читать Коран. Слово Аллаха Всевышнего целый год. Представляете, у некоторых после Рамадана он стоит у них дома. Или вот тут его Коран стоит, и он до сих пор не приближался к Корану, не поднимал, не открывал Коран. Целый год уже прошел. Начните Коран читать. Свободное время у всех есть у нас, альхамдулилля. Сколько вы открываете свой Инстаграм, Фейсбук и тому подобное, вот столько у вас свободного времени есть. Вместо того, чтобы открывать и смотреть, вы сразу откройте Коран в телефоне. Если Корана нету с собой, книги, сразу там откройте Коран. Открыли Инстаграм или Фейсбук или еще что-то. Нужную информацию конкретную, нужную для жизненно важную для вас информацию берите. Потом просто просматривать, что там, кто делает, какой жизнью живет, это не нужно. Это все это мусор. Для вас это мусор. Он не нужен. Сразу в этот момент Коран открывайте. Это плюс. За каждую секунду вы получаете награду. За каждую букву 10 наград получаете. Если сон получали бы хотя бы за секунду, вы бы это делали. Джаннат стоит, не хотим делать. Джаннат дороже. И завтра можем умереть. А за счет этого Аллах дает баракат делам, времени, здоровью, настроению. Дома Аллах Всевышний исправляет. За счет того, что ты Коран открываешь, а не что-то другое. И следующее, что является подготовкой к Рамадану, это поститься. Роза держать сейчас тоже нужно. Сегодня вот середина месяца начинается, Шаабана. Сегодня, завтра, послезавтра, понедельник, постись вот эти дни. Кто сегодня не постился, с завтрашнего дня начинайте поститься. Подряд вот эти три дня. Это лунные ночи, середина месяца Шаабан. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, советовал каждый месяц по три дня поститься. Понедельник, четверг постился. И месяц Шаабана он очень часто постился. За один день поста Аллах Всевышний человек отдаляет на 70 лет от ада, 60 лет от ада. Пусть Аллах Всевышний простит нас, наших родителей. Ассаляму аля Мухаммадин, аля алихи ва асхабихи аджмаин. Пайдалу вот, да? Свободное время заполняйте салаватом. Очень полезно, очень полезно. Ученые насчитали 40 плюсов от того, что человек сидит и говорит Аллахумма салли аля Мухаммадин, аля али Мухаммад. Отвлекся, мысли ушли, обратно возвращайся, обратно. Аллаху салли аля Мухаммад. О Аллах, благослови пророка и приветствуй его. О Аллах, благослови пророка и приветствуй. Эй Аллахум, пайгамбарга жашлықтарын бер, даражасын биік қыл, салаваттар болсын, саламдарыңызды жеткір. Деп айтыңыз, көрек айтыңыз, 40 тай аның пазлеті бар да.